Я на этой полянке нахожусь. Вот здесь то, что растет, это все корни собственного укоренения, свои, мои выращенные саженцы. Значит, вот сзади мелба, вот это коричневая полосатая, вот это штрейфлинг, вот там это уральская розовая яблоня. Укореняются практически все любые культуры. Значит, можно укоренить смородину, можно укоренить эту самую жимолость, можно укоренить крыжовник, можно укоренить айву, которая тут растет, можно укоренить грушу. То есть надо работать. И я говорю, вот такие разговоры. У меня была хорошая культура, было хорошее дерево, был хороший кустарник, и я его потерял, потому что оно заболело и тому подобное. Значит, нужно иметь что-то на замену и самим вырастить это. И это очень просто.